Всем привет! Вы на канале Hard Reset Info, и сегодня мы вам расскажем и покажем, как изменить ваше имя пользователя в приложении Snapchat. Итак, заходим в приложение Snapchat. После этого нажимаем на иконку в левом верхнем углу. После этого на шестеренку в верхнем правом углу. И здесь видим вкладку «Имя пользователя». Здесь как раз-таки мы и меняем имя пользователя, которое можно менять не чаще раз, чем раз в год. Например. Уже занято. Давайте сделаем так. Далее. Здесь потом вводите пароль, и после этого ваше имя пользователя изменится. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами были Hard Reset Info. До новых встреч!